господа, я буду продолжать. Это уже 17-я серия. Я думаю, что это финал, потому что я ненавижу проходить все заново, да, изначально. Ненавижу. А что надо сделать? Надо найти эти долбанные статуэтки? Что вы мне прикажете с этим делать, что ли? Что надо, куда надо идти? А. Что это? Конечно же, как же я не знаю правила игры, да. Господа, ставьте лайки, чтобы шестая ушла из этого говна, блин. А то шестая из-за этого говна сейчас умрет, да. И мне так кажется, или не умрет. Кто знает, она умрет или нет. Тут какая-то книжка. Я возьму ее. А, это глаз, это посылка, это посылка. Что это нам? Шестая умерла. Шестая просто нагло умерла у меня на глазах. Тут, так. Вдруг тут надо что-нибудь такое взять? А я ничего не возьму. Что если я не хочу ничего брать? Шестая, пожалуйста, спрыгни. Она не хочет положить книжку. А теперь она здесь захотела. Она только эту книжку взять. Кажется, все разумею, блин, надо туда пойти, а я как сидерей, как непонятно, как-то так сделалось. Так, нам нужно, господа, как-нибудь, господа, кто это проходил, напишите мне в комментариях, комменты пишите, пожалуйста. А то я не разумею, что тут мне надо делать. Чё-то непонятно. Чё-то непонятно. Пожалуйста, шестой. Наконец она взялась, я так думала, что она не возьмется. Так. Ага. Что надо с этими книгами делать, я не понимаю. Может, разложить все по полкам, что ли? Что вдруг... Я этого места никогда не видела. А что надо дальше делать? Я как-то так дальше так не поняла. Что надо дальше делать? А ключ у хозяйки. Надо как-нибудь пробраться к ней. А как это сделать? Опять значок глаза.
Может, я здесь там, может, я тут. Надо где-то статуэтки все найти. Я не разумею, куда мне дальше идти. Я не понимаю, куда мне надо дальше идти. Я чуть не разумею, что мне нужно сделать. По книжкам что ли полазить? Нет, не вариант. Что мне нужно сделать? Я не разумею. Что мне нужно сделать? У меня такой вопрос. Куда мне идти нужно? Господа, пока мы на этом закончим. С вами была я, Софирка Плей. И я узнаю в сериях. Да, вы узнаете в сериях. Так что, всем пока. Увидимся в следующей серии.